Так, всем привет, добрый вечер. Я зачитался, тут Людмила Король пишет, что пельмени долепила, а Этера все немає, немає. Ну, вот видите, я просто получал сообщение от вашего мужа, что вы пельмени как бы вот долепляете, и как освободитесь, надо начинать. Поэтому вот и начинаю. Спасибо мужу за бдительность и за то, что беспокоится за свою жену. Значит, всем привет, серферы, бездельники, девианты. Мы чуть-чуть тут задержались, потому что гости у нас тоже задержались, пришлось объяснить политику партии и расставить акцент относительно того, что происходит, куда происходит и что делать. И, соответственно, мы чуть позже зашли. Ну, я думаю, что вы тут между собой переобщались и не особо скучали. Значит, ну с чего начнем? Смотрю по новостям, и даже вот мне в личку написали знакомые, близкие люди, пишут, навкруги накопичується інфо про щось страшне для Києва в найближчі тижні. Як ви до цього ставитесь? Що робити, чи не робити? Юра, дякую. Всім таким людям відповідаю, не панікувати, тому що поки що нічого страшного относительно Києва не видно, поскольку любые накопления видны с космоса, и, ну, скажем так, если бы было что-то серьезное, то уже бы соответствующие органы об этом знали. А поскольку мы страна маленькая, страна, ну, относительно маленькая, не такая уж и маленькая, конечно. Вот, но поскольку мы страна маленькая в плане того, что государственные секреты здесь невозможно, в принципе, утаить, то уже об этом бы все реально знали бы. Вот, поэтому на этот счет можно сказать одно, не кипишуйте и просто следите внимательно за моими эфирами. Если будет опасность, я вас постараюсь предупредить. Вот. Ну, не постараюсь, а предупрежу. И в этом плане там, то, что Центр дезинформации сегодня писал, Центр противодезинформации, они там, конечно, иногда время от времени всякую фигню пишут, но по этому поводу они абсолютно правильно написали, что для повода для беспокойства нет. Повод для беспокойства, я считаю, есть на Востоке, где, ну, россияне будут готовить и готовят наступление. И, естественно, вот Восток у меня сегодня наибольшую обеспокоенность вызывает, потому что каждую новость, как вот я сегодня читал и ставил себя в телеге и на Фейсбуке, каждая новость о том, что там где-то под Решетиловкой заливают новую дорогу, меня вызывает не то, что приступ паники, а вопрос относительно того, ну, дружим ли мы вообще с головой, ну, прежде всего, государство, не мы, мы-то дружим. Дружит ли государство с головой, занимаясь всем этим, потому что, ну, никакое плохое состояние дороги, а многие там говорят, что там плохое сейчас состояние, техника разбила. Но никакое плохое состояние дороги не оправдает отсутствие строительства там укрепрайонов и всего, и всей той красоты, которая нужна для обороны, которая позволит сохранить десятки тысяч жизней наших солдат, а как следствие миллионы людей спасти от ужасов оккупации, ну, не оправдывает вот такие подобного рода вакханалии, которые безумные, которые мы наблюдаем. И каждый день об этом говорим. Потому что я помню, как сейчас, когда мы осенью 2021 года с женой ехали по отлично сделанной трассе на Чернигов, и жена меня тогда сказала, говорит, так делают, только как бы по этой трассе русские танки не поехали. Вот. И вот просто как в воду глядела там, да. Поэтому вот у меня беспокойность сейчас вызывает прежде всего происходящее на Востоке и подготовка к летнему наступлению, потому что совершенно очевидно, что русские готовятся к этому наступлению, мобилизировали необходимые ресурсы. Вчера просочилась информация относительно того, что 50 шахидов в сутки уже производится там на том заводе, который где-то там в Татарстане, по-моему, построили, и видео даже, и фото оттуда как бы там просочились. Вот. И логика их действий в этом плане абсолютно понятна. Ключевой вопрос к нам, это логика наших действий. Что мы делаем для того, чтобы всему этому противодействовать? Потому что россияне действуют системно. По Молдове мы уже проговаривали, у нас было пару эфиров с Куликом и с Русланом Руховым. А вот сегодня я смотрю новость, которая меня заинтересовала в каком плане, что
МИД Венгрии вышел с новостью о том, что Питер Сиярта, глава МИДа Венгрии, сообщил, что премьер-министр Виктор Орбан хочет обсудить во Флориде на этой неделе с бывшим президентом США Дональдом Трампом, как прекратить войну в Украине. И в этом контексте значит, венгерский министр утверждает, что переговоры о прекращении войны неизбежны, поскольку Киев не может победить Россию, а Россия не может победить весь Запад. Хотя Орбан призвал к немедленному прекращению огня, он не предложил никаких планов по завершению войны РФ против Украины. Так вот, ну, с учетом того, что Ники Хелли сегодня снялась с выборов, и фактически, ну, очевидно, что Трамп, ну, в общем-то, это давно очевидно, но что Трамп пойдет на президентские выборы и имеет высокий шанс их победить. Значит, с учетом этого видно, как, в какой логике действует Россия. То есть она сейчас формирует вот коалицию, которая бы позволила европейскую коалицию, куда входит Венгрия, там, да, куда входит Словакия. Ну, она, нельзя сказать, что она в коалиции, но особые отношения, как бы там, Москвы с Братиславой, они присутствуют после того, как Фицо стал премьер-министром. Вот. И значит, они стараются украинский вопрос решить посредством создания вот этой вот как бы сетки давления на западных границах. Тут нельзя говорить, что Польша, конечно же, является как бы в этой коалиции. Понятно, там свои причины, которые мы уже 250 разбирали, в том числе даже сегодня. Вот. Но логика действий россиян заключается в том, чтобы максимально обложить Украину по западным границам, создавая проблемы. Через Польшу они играют, там, через свои сетки, которые у них там есть, и через информационное влияние. В Венгрии есть Орбан как партнер, в Словакии есть существующее правительство. В Молдове они играют на то, чтобы за неделю до выборов в США попытаться провести нового президента, и потом, спустя там, по-моему, 3 месяца, у них будут выборы парламентские, и провести, соответственно, свои политические силы для того, чтобы вывести Молдову как страну, через которую тоже там идет наш транзит, и усилить, значит, напряжение на границе, и как следствие заставлять Украину ограниченные ресурсы растаскивать по всему периметру для того, чтобы противодействовать тем новым угрозам, которые могут появиться там со стороны той же самой Молдовы. То есть вот таким полумесяцем они нас потихонечку пытаются окружить. Вот. И на этот счет Лавров встречался в Турции с представителями той же самой Венгрии, там, и других этих европейских государств, где проговаривались эти вопросы. И, ну, если мы будем вот, находиться в пассивном состоянии и в ожидании, что оно как-то там все само собой рассосется, то, ну, нас ждут очень неприятные сюрпризы. Я думаю, что вы все это прекрасно понимаете. Так. Посмотрю, какие вопросы свеженькие поступили. Да, по поводу Зеленского, который сегодня был в Одессе и чуть не попали в Зеленского с греческим премьером. Ну, я считаю, что в какой-то степени это на руку нам, ну, в том плане, что греческий премьер увидел своими глазами, как это все происходит. То есть ты можешь идти по центру города, и туда прилетает там где-то рядом ракета и разносит все вокруг. Поэтому с точки зрения воспитательного эффекта на европейские элиты, которые регулярно, значит, попадают в вот это состояние расслабленности и забывают о том, что, что у нас на Востоке происходит, на Востоке Европы, то этот эффект, я думаю, ну, был нормальным. Как бы, особенно учитывая, что Греция играет особую, опять-таки, роль в игре России по обходу тех же самых санкций, потому что мы знаем, что они используют греческие танкеры для того, чтобы обходить санкции, перегружают нефть там и т.д. и т.п. Поэтому в этом плане для греческого премьера, я думаю, огромный воспитательный эффект, который он неизбежно постарается донести до населения Греции и до политических сил греческих. И собственно, для самого Зеленского напоминание того, что
Ну, нужно работать, 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 еще раз работать для того, чтобы Украина устояла и мы вышли из 2024 года без значительных территориальных потерь. Я не думаю, что нам удастся обойтись вообще без территориальных потерь, но чтобы это не были значительные территориальные потери, потому что, как я уже опять-таки говорил, Россия находится в логике, в той же самой, как Украина была в 23-м году, когда готовила свое контрнаступление. И теперь мы поменялись местами, просто Россия к этому более тщательно и более системно готовится, поэтому у нее есть потенциал, чтобы достичь больших успехов. Да? И наша сопротивляемость, опять-таки, напрямую зависит от нашей организации. А как вот у нас молочники показали на последнем эфире, что когда ты хорошо и правильно организован, то даже в условиях там сложного противодействия ты можешь достигать своих целей и защищать свои интересы. Вот такие пироги. Значит, что еще? Лазинский пишет. Так, проблема ж не в будівництві дорог, вони по-любому потрібні. Навіть для будівництва фортифікації проблема в тотальних крадіжках на цих будівництвах. Чи нас вже по-любому не, це вже нерозумні поняття. Я здесь согласен. Проблема, мне там кто-то писал сегодня в комментариях или на Фейсбуке, или в телеге, когда разместил этот пост по поводу Решетиловки, что немцы во время Второй мировой войны строили и мост через Керченский пролив, те, кто не в курсе, вот я вам расскажу. И дороги строили, и на Донецк бетонную дорогу строили. Как раз Юрген фон Штроп, гитлеровский генерал, в книге Мачарского «Беседы с К», там на украинском она так звучит, «Беседы с палачом», которую он записывал, он как раз расписывал вот эту логику рейха, который в 42-м, там, в 43-м году делал дороги. То есть это абсолютная правда. Но рейх же это делал в связке с системными процессами по усилению своей обороноспособности. Там, да? Они не просто строили дороги, они строили дороги, исходя из планов защиты, который привязывался там, к строительству укрепрайонов. Они там в районе Днепра, помним, там строили эту линию обороны, которую в конце концов советские войска проломили. И, собственно говоря, ключевой вопрос — это системность, системное понимание того, что является приоритетом и что является... Что от чего зависит и, как следствие, как ты лучше защищаешься. Вот. А у нас это выглядит, ну, как возможность там, вот строить здесь и сейчас, исходя из того, чтобы опустить руки в бюджет, быстренько как бы там окучиться, а там хоть потоп, как бы там, да. Вот. И поэтому я все время задаю вопрос, где вот линия, ну не линия обороны, где укрепрайоны вокруг хотя бы ключевых логистических центров, которые, возможно, будут атакованы летом. Валки, там, Чутово, я не знаю, Ахтырка, там, Красноград и прочие населенные пункты и города ПГТ на востоке Украины, в Черниговской области то же самое, там, да, если уже говорить про наступление Киева и защищать Киев, то нужно же это все делать на дальней периферии, чтобы ты где-то там в районе Прилук там, или Борзны там опять не появились русские танки, а никто ничего не взорвает, никакие мосты там и так далее. Хотя там, как говорят, в принципе, на границе кое-что возвели. Вот, и соответственно, вот все претензии, они же по этому поводу. И это отражается, это отражается на, ну, настроениях общественных, потому что люди начинают себе задавать вопросы, что происходит там и как происходит, и что делать. И это отражается в социологии. Социс провел социологию, которая вот была выложена, и я предлагаю ее посмотреть, потому что там можно увидеть вот интересные процессы. Вот выведи, пожалуйста, эти графики, и мы сейчас вот так вот по очереди будем их будем смотреть. Так, секундочка. Тут вопрос, какой смысл в шизоватых периодических заявлениях разных спикеров нашей власти в разрез с реальностью? Как думаете,
Какие у таких спичи цели? Может, они сумасшедшие. Ну, я не знаю, зачем они это делают и зачем закрывают глаза на реальность. Ну, как следствие, вот появляются такие данные, там, да, вот видите, что потихоньку там начинает изменяться восприятие в действительности, и это восприятие более близкое к реальности. Вот опусти следующий, давай, слайд там, да. Вот здесь правильное, неправильное, да? Это 0,06, по-моему. Да, вот. Вот видите, если... Якщо говорити в цілому, як ви вважаєте, події в Україні розвиваються в правильному чи неправильному напрямку? У неправильному 33%, у чомусь правильному, у чомусь неправильному 42%, у правильному 13,7%, ну і відмова від відповіді 10,8%. Тобто, в принципі, в сравнении з тим, що було там в початку війни широкомасштабної, коли ми вспомнимо соціологію, і там було абсолютне довір'я і президенту, і к органам власті, і в оцінках ситуації, то, ну, очевидно, развивается перелом в социальных настроений в худшую сторону, поскольку люди, ну, они чувствуют, что что-то идет не так. И тут об этом бы задуматься власти и начать менять, да, ситуацию. Так, вот давай следующий вынеси график. То есть, видите, вот, как изменилось особисто ваше материальное становище за останні 2 роки? Ну, видите, что, какие настроения. То есть, не в лучшую сторону. Так, теперь, как вы оцениваете... Вот следующий, давай, следующий опрос. Тут спрашивают, пока будем показывать, Чехмарев спрашивает, простите, будут ли эфиры с Сазоновым? Да, будут, но я с ним уже разговаривал, вот Салымов тоже будет. Ваше мнение интервью генерала Уэсли Кларка, мы его перевели, я напомню, поэтому мы его, в общем-то, как бы и разбирали. Поэтому на хвыле оно стоит, те, кто не смотрели, советую посмотреть. Так, вот давай посмотрим вот этот вот, сейчас я себя секунду увеличу. Так, где тут оно? Так, вот смотрите, с бронесилы там, да, кому доверяют, кому не доверяют там. Сейчас, секунду, отодвину кресло, то не видно. Так, вот смотрите, видите, уровень доверия и недоверия к ЗСУ по-прежнему высокий, 86,2%, волонтерам области. Такую формулировку они выбрали. 74,6. Президента Украины Зеленского 41,7. И 48% как бы, видите, уже не доверяют. Министр закордонных справ 36,0, 45,1. Местная власть тоже пошла в минус. Ну, в том числе, я так понимаю, что из-за всех этих распилов, которые в канале, которых была на местном уровне. Вот. Местная влада вашей области, Висковая цивильная администрация, 51%, видите. Вот. Областная рада, ну, плюс-минус на таком же уровне. Офис президента еще меньше. Правительство Украины вообще 73,7. То есть я вообще не понимаю, зачем за него держаться, если, ну, для всех очевидно, что правительство не справляется со своими обязанностями, необходима полная перегрузка, адекватная реальность. Я думаю, что перед президентом сейчас это ключевая задача. И, ну, собственно говоря, эти слухи ходят, я периодически их озвучиваю. И у нас все время, как бы, в последний момент вот-вот должны поменять, но по каким-то причинам это откладывается. Сейчас опять тоже слухи такие идут, что будет скоро перезагрузка. Так, теперь вот давай следующий слайд покажи. Так, ну вот видите, тоже оценка. Як говорите в цілому, як вважаєте, чи достатньо наша центральна влада робить для перемоги України? Да, то есть графики понятны. Но самое главное, вот интересен вопрос, что вы вважаєте найбільшими помилками нинішньої влади?
Ну, тут важно отметить, что сумма відповідей перевищує 100%, то есть респонденты могли там несколько вопросов подчеркнуть. Да? То есть уровень коррупции 64,8%, неналежна підготовка до війни 37,2%, відставка Залужного 30%, зловживання владою, тиск на бізнес 24,5%, помилки кадрові рішення 19,9%. Інформаційна цензура, приховування правди 16,5%, неефективна економічна політика 15%. Ну, то есть, в принципі, от п'ятерка перша, вона очевидна. Прежде всего, високий уровень корупції, розкрадання бюджетних коштів, то, що, о чому общество просто кричить з утра до вечора. Но видите, даже отставка Залужного только 30, ну не только, но это значительная часть все-таки, 30%, но тут нужно сказать, что в принципе общество вполне спокойно к ней отнеслось, потому что я, честно говоря, думал, цифры будут немножко выше. Так, пошли дальше. Ну вот здесь по службам. Будь ласка, як ваше ставлення до роботи наступних органів влади за останні 5 років? Ну, теж, в принципі, тенденція очевидна, тут плюс-мінус все понятно. Давай далі. Так. Чи згодні ви ствердження, що рівень корупції в Україні зараз вище, ніж був раніше? Ну, от теж бачите, відповідь який. Хто, на вашу думку, несе відповідальність за високий рівень корупції? Процент відсотків. Теж цікаво, да? 25% президент, антикорупційні органи НАБУ, САП, НАЗК 29,9%, Верховна Рада 11%, Офіс президента 10%. Правоохранительные органы 6,5%, прокуратура, ДБР, кстати, это очень интересно, 5% суды. На самом деле это очень интересный график, потому что он по большому счету вообще показывает, насколько общество не понимает, как функционируют органы. Органы правопорядка, вообще политические институты в стране, потому что персонализация президента, хотя на самом деле у президента не так много, как я тоже, как я думал, что повыше, вот, и при этом маленький процент у судов, у правоохранительных органов, полиция, прокуратура, ДБР, которые непосредственно этим занимаются, как бы там, да, должны это все пресекать, вот, оно показывает, что у нас по-прежнему люди ориентируются на вожде. На вождя, да, и на лидера. Ну, давай дальше. Тут спрашивают, какое соотношение в вопросе женщины и мужчины. Там выборка, ну, паритетная, то есть, как бы, все как надо там, да. Так. Так, как вы вважаете провести выборы? Видим, что по-прежнему большинство против выборов там, да. До закінчення воєнного стану проводити вибори недоцільно 59,7, потрібно провести як президентські, так і парламентські. Це потихонечку процент тих, хто вважає, що потрібно провести вибори, постепенно росте. Ну, як бачимо, більшість, в принципі, не бачить доцільності. Хоча, якщо будуть вибори проводитися, то значительна частина піде на вибори і проголосує. 65,4. Давай далі. Вот это вот очень интересно, потому что здесь появляется Залужний там, да, и вообще расклад. Если выборы до Верховной Рады все же відбудутся, то за какую политическую силу, скорее за все, вы проголосовали бы? Блок Залужного 34,2, блок Зеленского 15,5, Порошенко 5,5, блок Сергея Притула 5,1, Разумков 5,0, Тимошенко 2,6, Белецкий 1,2, Арестович 1,1, Кличко 1,0. Не брав би участь 5,4, не визначилось 20%, відмова. Ну, на самом деле,
Да, там вот еще имитация. Среди тех, кто вызначился и пойдет на выборы, мы видим, что блок Залужного 46,4. То есть, по сути, получает те позиции, которые получили слуги народа на выборах 2019 года. Там, да? Зеленского 21,6, Порошенко 7,5, Притула 7, Разумков 6,8, Тимошенко. Ну и дальше по списку. То есть, в принципе, это коррелируется с той картиной, которую мы видим по президентским выборам, которые они тоже посчитали. Покажите. Так, якби вибори президента України все ж таки відбудуться 24 році, за кого ви проголосували? Залужний 31,3, Зеленський 21,7, Порошенко 4,8, 4,2 Разумков, Притула 3,1, Буданов появился 2,4, Тимошенко 2,1, Арестович 1,1, Бойко 0,9, ну и дальше как бы по списку. Ну это определившийся 41,4 Залужний, в принципе, то, что мы видим и по парламентским выборам, идет полная корреляция. Зеленский 23,7, Порошенко 6,4, Разумков 5,6, Притула 4,1, Буданов 3,2. Ну, интересные цифры. И я думаю, что здесь нужно еще делать поправку на то, что при таких опросах не учитывается фактор Мочилова, ну, что вываливается черный, как бы это, черный пиар там, и критика, значит, оппонентов, потом не вываливаются черные лошадки, черные лошадки, я имею в виду расклады там вокруг тех или иных кандидатов, элитные, на уровне региональных элит там, и так далее. Не выкладывается ситуация, ну, точнее говоря, не коррелируется с той ситуацией, которая будет на тот момент. Ну и тот факт, что еще значительная часть избирателя не определилась, 19%, но это тоже может как бы существенно повлиять на расклад, хотя ну, с точки зрения там, двух лидеров все понятно. Так, давай что там еще? Ну да, вот якщо вибори пройшли президента найближчим часом, до нього вийшли Зеленський та Залужний, за кого віддали свій голос. Вот, видите, в принципі, как это выглядит. Для тех, кто придет на выборы, 67,5% голосуют за Залужного, 32,5% за Зеленского. То есть, ну вот, дежавю 2019 года. По сути, 2019 год как бы повторяется с точки зрения как бы основного расклада. Так, дальше. Зараз у суспільстві активно обговорюється законопроект про мобілізацію. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з наступними твердженнями? Людина може замість військової служби за мобілізацію проходити альтернативну службу, наприклад, на будівельних роботах чи працюючи у Збройних силах за цивільною спеціалізацією, чи працюючи на оборонних підприємствах тощо. Да? 74,1%. Під мобілізацію мають потрапляти усі без винятку придатні за віком і здоров'ям чоловіки. 54,5%. Людина може мати право замість мобілізації сплатити до державного бюджету кошти, необхідні для отримання одного військовослужбовця. 40,5% тільки підтримують, 49,7% не підтримують. У разі вихилення від мобілізації до військового обов'язаного може застосовуватися та обмеження в правах, блокування банківських рахунків, заборона керування транспортом, обмеження на в'їзд за кордон. Тобто, смотрите, здесь интересный ответ. 26,9% за і 64,5% проти. Тобто, як тільки починається екстраполяція на последствия для самих себе, то сразу как бы, вот, видим, как начинают коррелироваться данные. Так, давай следующий. Так, посадові, чи погодитесь ви з наступним твердженням? Посадові особи контролюючих, перевіряючих органів повинні нести особисту, зокрема, фінансову відповідальність за незаконні збитки, завдані підприємствам їхніми діями. 73,5. Ну, отлично. Це давно би ввести. Так, предприниматели более склонны переховывать свой реальный доход, ніж честно сплачивать податки. 65,8, да. В Украине контролюющие и проверяющие органы зловживают своими повноваженнями щодо підприємців, вимагають незаконних виплат. 63,1, все прекрасно это знают.
Вот, что должны меньше иметь повноважения власти относительно работы предприятий. Тоже видим 62. Ну, короче говоря, все полно, прямо противоположное тому, что Гетманцев протягивает. Мы это очень хорошо видим. Вот, хорошо. Ладно, давай закончим на этом. Посмотрите, я кину сейчас этот опрос. Те, кто не смотрели, посмотрите обязательно. Так. Так, теперь давайте за вопросы. Что вы там писали? Потому что я не успел посмотреть вопросики и, соответственно, отреагировать. Я не успел прочитать эту статью Foreign Affairs. У меня там вообще была проблема с доступом, потому что там они что-то напутали, и в результате они мне подписку оформили на другой аккаунт. И я только недавно с этим разобрался, и, в общем-то, поэтому не читал, почитаю в ближайшее время. Да, мы может быть, с Кусой сделаем на выходных, скорее всего, мы сделаем эфир с разбором вообще вот последних таких фундаментальных обзоров, которые там были, и Foreign Affairs, и в National Interest, вот в таком ключе. Так, теперь. Люди доверяют ЗСУ, но при этом не идут в ТЦК просто обновить данные. Вам не кажется это странным? Да нет, мне не кажется это странным, потому что это же как раз вот четкая корреляция с вопросами про мобилизацию. Там, да? То есть в ЗСУ там есть куча своих знакомых, которые защищают страну, которые помогают там, и так далее, и так далее. А в ТЦК это личный риск. С учетом того, что происходит на фронте, то рисковать не хочет. Люди не хотят. Это же естественно. Поэтому это легко интерпретировать. Саврамату я написал уже, он пока не ответил. Поэтому как бы нет. Не знаю, там, когда мы будем, но мы обязательно сделаем. Я им уже предложил. И еще нескольким интересным людям предложил. На этой неделе у нас будут эфиры. Так, теперь эфирчик. Эфирчик продолжается. И какие еще вопросы? Юрий, вы читали комментарии выше до начала эфира? Нет, не читал, потому что не было времени. Я же сказал, что общался с людьми. Так, если помните, писал в телегу с предложением сделать эфир с молодым офицером нового поколения, преподаватель курса СВ с боевым опытом, теме прихода в управление армии новых умных управленцев. Давайте, ну, я же двумя руками за. Давайте мне его пишите в личку в Фейсбуке или на info@hvlianet присылайте с пометкой только, чтобы я заметил, потому что там очень много писем приходит. Вот. За какой год данные, может, пропустил свежак? Если по опросу, то опрос делался вот буквально ну, совсем недавно. 22.02, 24.01, 03. То есть буквально несколько дней назад. 3000 респондентов за квотной стратифицированной выборкой, похыбка 2.1. Ну, интересный опрос. Так. Машак пишет, что мне кажется, что просто часть слуг перебегут к Залужному, плюс другие пресмыкающиеся. Голосоватые запрутуются за шквар. Ну, так понятно, что когда начнется политический процесс, то будет много очень сенсаций. И я думаю, что будет коалиция там, вокруг того же Залужного формироваться по такому же принципу, как и вокруг Зеленского. По мере приближения выборов, как только будет ясно, что социология там показывает тенденции четкие, то все будут как бы держать нос по ветру. Но опять-таки, в моем понимании, нам сейчас нужно думать о лете прежде всего, потому что выборы выборами. Во время войны я считаю, что нам придется проводить выборы, особенно если она затянется. Но выборы выборами, но мне кажется, сейчас все усилия должны быть направлены на то, чтобы подготовиться к российскому наступлению и просто устоять. Вот это меня, честно говоря, больше всего сейчас беспокоит. Так. Еще один момент интересный, который был вот, и который ну, можно затронуть, это то, что был потоплен этот патрульный корабль. Позавчера или вчера
вчера. И, но опять-таки, это же пример, условно говоря, в каком направлении должна эволюционировать государственная система управления, гражданская и военная. Потому что вот то, что сейчас делают ГУР и СБУ, которые конкурируют между собой ну, вот в этой сфере, и постоянно мы видим, там, то ГУР какую-то операцию осуществил, то СБУ, это как раз модель в направлении, которое, ну, в котором мы должны развивать, потому что там, где вот появляется больше, ну, больше творчества, больше возможностей для экспериментов, там появляются результаты. И то, что вот произошло на Черном море, где Украина, ну, просто загнала сейчас Черноморский флот в порты, это, ну, вектор направления, куда нам нужно двигаться. Берем опыт СБУ и ГУРа и масштабируем это на все государство, масштабируем на вооруженные силы в том числе. И будет, ну, и будет результат, обязательно будет результат. Берем тех людей, которые в СБУ и в ГУРе этим занимаются, даем им полномочия, даем им ресурсы, и система побежит вперед. То есть это как раз вот повод для осторожного оптимизма, потому что сейчас, ну, все военные журналы, как бы все военные эксперты говорят, что хуситы и Украина показывают вообще новую логику морской войны. И самое главное, в лучших традициях Мартина Ван Кревельда, который еще там в 90-м году написал «Трансформацию войны», вот, показывают правоту вот этих мыслей, что подход дешево и сердито является определяющим в, ну, как бы в войнах будущего, потому что слишком дорогие военные комплексы, там, да, системы вооружения, они перенагружают экономику настолько, что она просто перестает их вытягивать. Поэтому всегда, ну, ну, нужно стремиться к тому, чтобы искать технологичные, дешевые, эффективные решения. Вот Украина и хуситы в этом плане сейчас преуспевают. Поэтому, ну, тут наш опыт просто масштабировать и ложить на системную работу, и все будет прекрасно. Так. Третьяков говорит, невозможно выиграть войну, не занимаясь экономикой. Это соревнование, часть системы более эффективна во всех сферах. Производство оружия, внешняя политика, информационная политика, миграционная. Ну, 100%. Поэтому я не понимаю, почему Зеленский затягивает с переформатированием кабинета, тем более, что 73% очень четко, ну, 73% респондентов опроса Социса показывают, что это нужно делать и даже не париться, как бы там, да, то есть у никого не дрогнет, как говорится, рука от того, что значительную часть кабмина или весь кабмин просто отправят в отставку. Так. Що робити з Верховною Радою? Да що з нею делать? От нее ничего не зависит, по большому счету. Хотя вот эта ситуация, которая сейчас отразилась в том, что перенесли заседание Верховной Рады, не набрали необходимое количество голосов, оно как раз показывает, что в Верховной Раде уже формируется настроение, которое уменьшает ее управляемость со стороны офиса, поскольку депутаты задумываются о том, где они будут в будущем, как бы там, да, и кем будут, и, собственно говоря, смотрят в том числе на эти рейтинги. И поэтому сложнее заставлять их там офису делать то, что они хотят. Так. Но опять-таки, ключевой вопрос сегодня не в том, что делать с Верховной Радой, а в том, что делать для того, чтобы подготовить экономику и государство к отражению контрнаступления, наступления России, пардон. Думаю, что большая проблема в кадрах, постоянно сталкиваясь с тем, что толковых людей нет, видимо, проще держать возле себя управляемых, чем искать умных. Да нет, в том-то дело, что придется искать умных, потому что нет решения среди управляемых, в этом ключевая проблема. Что по мере того, как исчерпываются остатки умных и остаются одни управляемые, по мере этого исчерпывается просто государственность Украины. Вот формула нашего полураспада, который протекает там на протяжении последних 20 лет. Юрий, вы не думали сделать интервью с группой обеспечения Азова, Азов Ван? У них обеспечение взаимодействия с общественностью, с бизнесом на совершенно другом уровне. Не вопрос, давайте контакты, я в принципе, ну, я готов поработать в этом направлении. Поэтому давайте, набрасывайте подобного рода
предложения, потому что ну, они позволят сделать контент более интересным. Кстати, у нас будет как раз с одним из военных в ближайшие дни, скорее всего, либо завтра, либо в четверг, потому что он там просто приболел, интервью по поводу вообще системы улучшения работы, обеспечения ЗСУ там, и все такого. Что означает для Украины отставка Виктория Нуланд? Я думаю, что в контексте всего происходящего это ничем особым не закончится. Так. Проблема совсем не в кадрах, в середине и внизу. Проблема в организационной структуре государства. Лукус Мальфар пишет. Так проблема же это напрямую опять-таки связана с кадрами, которые формируют организационную структуру. Ну, это же взаимосвязанные вещи. И ее придется менять. Кстати, мне сегодня пришла в голову, я уже сказал Дацюку, вот, мы с ним в ближайшее время это обсудим и потом обслужим. Значит, ну, во-первых, я хочу выпустить книжку «Методичка для президента», потому что в 2019 году мы сделали серию бесед, она у меня и висит на YouTube-канале. И я хочу ее опубликовать, то есть довести до ладу и опубликовать, потому что там отлично было описано вообще, структура украинского государства, существующего Второй Украинской Республики, как оно функционирует, какие там базовые институты, совсем не те, которые как бы публично мы видим. Вот. Это первая составляющая. Это будет достаточно легко сделать. Вот. А второе, это то, что многие просят сделать методичку украинского Ататюрка. То есть то, что нужно делать в существующих условиях. И тоже сделать серию таких бесед и это все описать сначала в беседах, а потом положить в книгу. И я думаю, это будет такой полезный наш вклад в преодоление кризиса украинской государственности и соответственно, выхода из этой ситуации, в которой мы сегодня оказались. Так. Милана Мельничук спрашивает, где браты кадры? В народе, в элитах, ну, есть полно кадров, просто нужно перестать имитировать, что кадры хотят поменять, там, а реально давать полномочия, давать возможности людям заниматься тем, чем они профессионально могут заниматься. Вот. Вопрос, Кистрица правильно пишет, не в том, где брать кадры, этот вопрос не стоит, а вопрос в том, где и как, и кто будет их отбирать. Так. Швейцарці на референдумі призначили пенсіонерам щорічну 13-ту пенсію. Уряд та парламенти були проти, але жителі країни вирішили інакше. Це рішення стає законом. Яркий примір демократії в країні. Ну, яркий примір, в принципі, убожества, в которое сползает Европа и Запад в целом, поскольку старение, которое произошло в этих странах, в десятках стран, оно объективно налагает объективные изменения на политику этих стран. И ключевой вопрос, кто вот эту всю социальную политику будет финансировать. Вот. Юрий Игорь Лиски давно с ним обещали, если вы с ним окей, сделать эфир. Да, я про него как раз недавно вспоминал, я постараюсь Игоря позвонить обязательно. Вот. Чекмарев пишет, дело как раз именно в кадрах, кадры реально решают все, но также не стоит забывать о нашей ответственности как избирателя. Мы тоже отчасти виноваты в этом трэше, отказывались думать и мыслить. Ну, к сожалению, Паша Себастьянович считает, что не надо покушаться как бы на святой народ, который безгрешен практически. Можно будет дебаты с вами устроить. Украинцам стоит взглянуть в глаза реальности. Народ не родил никого уровня Перикла, Черчилля, Ататюрка или Ганди, кого-то, кто бы символизировал готовность самого общества к изменениям системы. Ну, не родил, но когда-то ж нужно рожать. Да? Перикл тоже не сразу появился, Ганди там и все остальные, Черчилль. Много времени проходит, прежде чем происходит ясность в понимании процессов. Поэтому, мне кажется, те трагические процессы, которые происходят в Украине, вокруг нее, ну, они должны подстегивать к отрезвлению. И без отрезвления не будет вот, переход в качественное иное состояние. Ататюрк появился из катастрофы, я напомню. Из катастрофы поражения Отаманской империи в Первой мировой войне. И ну, у турков просто не осталось никаких вариантов, чем вот, объединиться под идеей модернизации, которая была адекватна тем вызовам, перед которыми стояла страна. Поэтому вот так вот. Кистрица Себастьянович Душка, мы с ним сегодня спорили в ФБ.
Ну, мы можем организовать для Кистрицы участие как бы в дебатах с Себастьяновичем или подобными спикерами. Опять-таки, я двумя руками за на то, чтобы мы здесь устраивали коллективные такие дебатные формы и вообще коллективные мозговые штурмы, чтобы больше людей участвовало вот здесь за столом. Благо, тут 5-6 человек спокойно может сесть, но 4 как раз достаточно, чтобы была эффективная коммуникация. Вот, поэтому правильно Машак пишет: Елена, умеешь — покажи. Так, можно запросить Яну Волетову, что написал книгу «Ніча і земля». Ну, там можно кого угодно, лишь бы были адекватные люди. Так. С Себастьяновичем прекрасно дебатирует Попенко. Кстати, завтра должны быть третий раунд дебатов. Вот. И заодно мы с Попенком переговорим по футбольному формату, потому что я хочу запустить спецпроект по футболу, да, медийку по футболу. Так. Народ родил Арестовича, Арестович родил гору мыслей, гора мыслей родила мышь сомнений. Достойно того, чтобы это попало в золотые цитаты наших эфиров. Виктор Вись, привет. Вот. Вы пришли вовремя, я уже как бы устал и думаю уходить, поэтому спасибо, что пришли, и мы с вами попрощаемся. И я поеду готовиться к завтрашнему дню и работать. Так, ну вот в таком блиц-формате быстренько пробежались. Я не стал глубоко уходить слишком. Будем заканчивать наш медомарафон 21.42 в Киеве. Желаю всем спокойного тихого неба. Держитесь, поддерживайте друг друга. Помните, что сила Украины в единстве и в избегании строчей по безумным поводам. Встретитесь по рациональным. Все, на этом заканчиваю. Завтра у нас будет тоже несколько хороших эфиров. Так что смотрите у меня в телеге анонсы. Подписывайтесь на телегу, все в описании к эфиру. Подписывайтесь на спонсорство Patreon, кто не подписался там и не поддерживает нас. Вы можете это сделать в любой момент, а мы вас будем радовать интересным контентом. Все, заканчиваем. Пока.